все, баста, я на пороге, окей, пора делать ноги. Так, рюкзак, автомат, жаль, гранат нет, но есть фора, уже не скоро. Вниз через двор, а там незаметно, как Бэтмен. И это, еще нужен видос с прощальным приветом. Конечно, оставлю флешку, начнем квитаться, как тот чел из смертельных танцев. Крутейший фильм, тема, особенно где он, как демон. Из огнемета долбит по толпам врагов, и куски мозгов летят так клево. Хотя письмо стопудово круче, чем флешка. Это как в той комедии слэшере «Бешеные колбаски». Фильм дурацкий, на эпизод, где тот тип там написал своей тёлке письмо. Это кул, а потом сиганул в мясорубку. Очень, короче, дорогие мама и папа. Стоп, в слове «дорогие» атом или «о». Блин, засада, убей, не помню, все, завис я. Ладно, просто мама и папа, остановись-то. Мне ненавистно многое, особенно школа. Идет на грани фола, учителя без прикола. Змеи, гадюки, звери, все трюки из серии. Снять с родителей побольше кэша. В общем, так много трэша, лицемерие и серии. Как дела, ваш сын такой молодец, бла-бла-бла. А стоит выйти за дверь? Ага, там начинается хам, псих. У таких родителей офигительно. Взрослые врут, все, кругом фальшь. Например, о том, что раньше в каждом дворе росли деревья, и каждую зиму снег падал с неба на землю. А зачем было мешать моей дружбе с Бякиным? Посмотрим правде в лицо. Да, у его отца часы часо, а не Блан-Пен, не спорю. Меж тем, камон, он сам прикольный чел. А тот случай на море, сори, но было подло просить меня 22 дня все время тусить с этим типом Жоржиком. Дожили, дурацкое имя, и сам он овощ. Без посторонней помощи на изи не осилить и миссии в GTA. Это да, при всем этом хорошо, что его отца так и не избрали президентом. Ну ладно, теперь о главном, о моих планах. Я хочу познавать мир, как Галилео. Я Лео непобедимый, жаль, я не успел увидеть зиму. Деревья в барокамерах и снег, разве только во сне. Я к тому, что завтра класс собирался в музей природы. Ну вот и пора ставить точку, а то дело к ночи. Рад был помочь с обедом, при этом сожалею, что пришлось подмешать охраннику в миску дозу эффективного очистителя организма. Субтитры сделал DimaTorzok.